Всем привет, вы на канале Twinkie Time, мы продолжаем проходить Tales from the Borderlands, и что? И все, и мы продолжаем, тут у нас сразу будет... Итак, вы потеряли ключ от хранилища. Он был не настоящий, верно. Затем вы потеряли деньги. Технически мы их нашли, а потом кейс взорвался. Конечно, но в конце концов вы узнали про проект Кортис, который помог бы вам открыть хранилище. Да, как удобно. Я бы не сказала, в смысле, рано или поздно Пандора приведет тебя к хранилищу. Я с ней согласен. Да уж, такое случается нечасто. Итак, что случилось потом? Ну, в следующем эпизоде Tales from the Borderlands. Это нам смотреть не обязательно может. Ну, давайте посмотрим, ладно. Что-то прикольное, в общем. Но следующий эпизод у нас будет прямо сейчас. Так что, в принципе, да, ничего страшного. Играть. Эпизод 2. Начать эпизод 2. Ограбление Атласа. Погнали. Yes, yes. Да, да. Много времени прошло, все это знают. О чем это я? А, да, две разные версии одной поразительной истории. Одна от Гаперионца, придумавшего коварный план по свержению своего конкурента. Он перехватил тайную сделку с удивительной наградой, ключом от хранилища. Найти сообщников было просто. А вот настоящий ключ — отнюдь. Вторая история от аферистки из Пандоры, которая затеяла сделку по продаже фальшивого ключа. К сожалению, не всегда все приходит, ну знаете, проходит, как задумано. Неиспользованная пуля, заработанная пуля. А теперь они оказались узниками обстоятельств, поставив на кон свои собственные жизни. Они были готовы противостоять психам, головорезам, даже искателям хранилища, но вот предательству. Нельзя быть готовым к предательству. Фиона пыталась его остановить, но было поздно. Деньги были утеряны. Но вот путь к хранилищу лежал прямо у них под ногами. Под ареной они нашли проект Кортис, жемчужину Атласа. А еще падшего короля, что хотел вернуть свой трон. To regain his throne. Окей. Слюни не пускай тут мне. Слюни пуская. Какого? Я не сплю, не сплю. Эй, может, будешь говорить и не стрелять? Ты ведь попусту тратишь пули. Да, ладно. Твою же мать, ты мне все плечо обслюнявил. Что? А, да, ого. Как много слюны. Мне аж пить захотелось. Да что с тобой не так? Вот, теперь мы в расчете. Ты ужасна. Хватит. Я собираюсь развязать вас. Не заставляйте меня пожалеть об этом, ведь вы пожалеете еще больше. Конечно, да, давай, мы будем послушными. Нам предстоит долгий путь. Мы должны выдвинуться до восхода солнца. А можно мне разок его ударить? Нужно выпустить пар. Научись управлять гневом. Весь этот негатив плохо скажется на... за всего разок. Что?
Вот, теперь я в порядке. Ты ударила меня в шею. Пошли. Итак, на чем мы остановились? Well... Что ж... А? What is it? Что такое? Я... Reese, buddy, you, Ты в порядке? Ты ведешь себя странно, Рис. Страннее, чем обычно. Рис просто в предвкушении. Он в порядке, он... Думаю, ему просто нужно на воздух. Он пошел наверх, туда, где больше воздуха, потому что там выше, и... Эй, а что это за карта? Компьютер, увеличить. Увеличить компьютерное изображение. Хватит. Компьютеры работают не так. Вы будто пещерные люди. Нельзя просто кричать в монитор в надежде, что он тебя послушает. Может, у меня получится включить легенду? А! Со мной все в порядке. Ты его сломала? Ай! Ну же, Фиона, подбери ее. А. Эй, Фи, уж поверь, эту половину тебя лучше не трогать. Я не понимаю. Эта штука ударила током всех, кроме тебя и Риза. Возможно, она каким-то образом пометила вас? Старинная технология Атласа. Невероятно. Сканер сетчатки включен. Активировать протоколы требуется безопасность, требуется сканирование сетчатки. Пожалуйста, подойдите, идентифицируйте себя. И идентифицируйте. Может, стоит уйти отсюда, пока есть такая возможность? Эта карта может привести нас к хранилищу. Мы не уйдем, пока не поймем, куда именно указывает карта. Пожалуйста, подойдите и идентифицируйте себя. Ложка. Ложка-вилка. Там кто-то есть. Что значит кто-то? Кто там? Они живы? Не знаю, кто там, но они явно мертвы. Поторопись. Мне следовало догадаться, что все будет именно так. В доступе отказано. Сотрудник не опознан. Вызываю генерала Полукса. Мамочки, наверное, это не... Тихо, вы это слышали? Саша, прикрой меня, пока я буду осматриваться. Атлас мог наставить здесь кучу различных ловушек. Есть? Так, куда идти? Это я уже осмотрела. Это я тоже осмотрела. Так, я все осмотрела здесь уже. Нажимай. Чё?
Твою ж дивизию. Да уж, да, именно это я и ожидал увидеть. Exactly what I thought I was gonna see. Итак, нам осталось вырвать ему глаза для сканера сетчатки. Не, может, нам следует просто перетащить его к компьютеру? Давай, 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 давай. Wow. Что ж, это не сработает. Он нехило там застрял. Что теперь? Он нужен для сканера сетчатки, верно? Так ведь нам он нужен не весь? Сколько же у него? Не так уж и много. А я-то думала, что у генерала будет при себе прилично карманных денег. О, денежки, класс. Ого, денежек сколько нам дали. Денежки мне надо. Посмотрите на его форму. Это военный атлас, причем с высоким званием. У него жуткий взгляд. По сути, ты оказываешь ему услугу. Вряд ли он бы с этим согласился. Попытаешься вырвать глаз голыми руками, раздавишь его. Если у тебя есть идея получше, да любая другая идея будет лучше. Ложкой. Вот тут есть ложка-вилка. О, да это же вилка и ложка. Умно. Погоди, ты же не собираешься? Да, собираюсь. Так или иначе, нам все равно придется вырвать ему глаз. Давай. Ладно, это полный. Ладненько. Да, ты должна это сделать. Я должна это сделать. Должна, поэтому я... просто ткни ложка-вилку ему в глаз. Ну зачем ты это говоришь? Это я так просто можешь сделать это, ладно? Что это было? Блин, ты разрезала глаз пополам, из него хлынуло кровище. Зачем ты мне про это рассказываешь? Я все прекрасно ощутила на себя. Точно, прости. Слушай, я просто хочу сказать, что у тебя осталась одна попытка. Верно, потому что у него всего два глаза. Один глаз теперь. А ты у нас математик, верно? Я просто подожду в сторонке. Поехали. Отлично, пока все очень даже неплохо. Хватит отвлекать меня. О, не могу понять, стал ли он выглядеть лучше или хуже. Он выглядит гораздо хуже. Если собрался блевать, делай это подальше. Я просто пытаюсь помочь. О, фу. Ты почти закончила. Просто отрежь эту штучку, на которой висит глаз. Эй, осторожно. Спасибо. Эй, ты даже не расставила его? Я бы точно расставила. Давайте просто отнесем его к сканеру. Скажите. Мне жаль, как бы, да? Вот был бы прикол, если бы он оказался живой вообще. Давай, давай, давай. Так-то лучше, правильно? Сообщение первое. Афина. Хранилище Гортиса. Старая гавань. Афина! Здравствуй, Полок. Жаль, что мы разминулись в старой гавани. Уверена, ты заметил, что проект Горти заморожен, а теперь, когда у тебя не осталось солдат? Я с прискорбием сообщаю, что ты освобожден от своих обязанностей. Я загляну к тебе, чтобы ускорить твою отставку. Я поясню, почему я так отреагировала. Афина — это...
одна из ГГ, за которую можно, игровая ГГ, в Borderlands пресиквел. В пресиквеле, да. То есть это как бы, по сути, часть после второй, но не третья. Вот как-то так, да? Типа предыстория, после истории. Ну, вы поняли, наверное, что я имею в виду, но это не третья часть, но как бы после второй. Ну, короче. Увидим потом. Что за старая гавань? Это шахтерский город Атласа, он заброшен уже долгие годы. А значит, это идеальное место, чтобы спрятать проект Гортис. Знать бы, что он из себя представляет. Сообщение второе. Мемордум генерала Полукса. Если вы смотрите это, значит, я нахожусь в состоянии анабиоза. Вы должны понять. Афина... Подожди. Состояние анабиоза. Это он умер или это он еще живой, но чуть-чуть не совсем? Вы должны понять, Афина пыталась меня убить, а мои знания слишком важны, чтобы сгинуть от руки. От руки безжалостной наемницы. Если Афина более не представляет угрозы, то, пожалуйста, активируйте протокол пробуждения в моей катере стазиса. Камере стазиса. Моя жизнь и, вероятно, судьба будет вселенной. Всей вселенной зависит от вас. Судьба всей вселенной. А, нет. То есть он... Как ты вырвала его глаз? Быть такого не может. Он же был мертв, когда мы... Когда ты... Помолчите. Просто помолчите. То есть он живой. То есть мы просто его так... Немножечко... Выходит, мы отправляемся в старую гавань. Арис, тебе стоит на это взглянуть. Ой. Что с тобой случилось? Все в порядке. Я сейчас спущусь. Подожди, что? Я не разбил голову. О чем ты? Я видела, как ты ударился о балку. Да, конечно, ударился головой, но я не разбил ее, упав на компьютер. Да и кровавой бани, очевидно, не было. Ну, крови было немало. Все это, конечно, очень интересно, но что там насчет Джека? Да, точно. Джек. Это, дамы и господа, проект Гортис, и он приведет нас к хранилищу. А потом я вас прикончу. О, что? Вот как мы поступим. Ты, прости, как тебя звать? У нас нет времени вообще, я... А, отлично, ты работаешь на меня. Я уж подумал, что мне на минутку придется стать жестоким и заставить тебя мне помочь. Или не на минутку. Джек. Ваш новый лучший враг. Ну уже, хватит тратить время впустую. Нет ни турелей, ни автоматизированной защиты. Датлас прям-таки умоляет нас захватить это место. Ну уже, пирожочек, не тормози. Живо сюда! Знаю я этого героя, ты мой самый большой фанат, бла-бла-бла. Добро пожаловать в клуб, постарайся не обмочиться от радости, а то закоротит еще там чё. Слушай внимательно, парниша, я не из тех, кто повторяет дважды. Первым делом нужно отцепить периметр, чтобы отпугивать зевак. Привлекает внимание бандитов ни к чему. Что? Да не может этого быть, Джек, ты же мертв. Я мертв? И что это должно значить? Ты что, угрожаешь мне, молокосос? Что? Не-не-не-не-не. Что это было? Замолкни. Ты орешь из-за боли, потому что очень странно. Потому что это и правда... Странно.
И неплохая попытка, но у тебя ничего не выйдет. Да это бред какой-то. Не дергайся, мать твою. Хватит так делать. Я не лгу, красавчик Джек мертв. Не-не-не-не-не, это невозможно. Я не могу умереть, это глупо, да, быть такого не может. Мы еще не приходилось говорить кому-то о том, что он мертв. Сочувствую. Гадкое чувство, наверное. Не-не-не-не, главный герой не умирает. История ведь еще не достигла своей кульминации. Бред какой-то. Не-не-не-не-не, я красавчик Джек, я не могу умереть. Я сейчас только должен сделать. Нет, быть этого не может. Ну же, пирожочек, подойди, позволь мне разорвать твою глотку всего один разок. Не бойся. Что? Нет. Видишь ли, я просто хочу побыстрее сегодня покончить, вот и все. Джек, ты мертв. Смирись. Убивать людей — вот мой способ мириться. Ну же, просто дай мне тебя убить. Какой же ты дебил, убереги голову, долбоящер. Что с тобой случилось? Риз? Как же больно. Не понимаю, почему я еще не отрубился? Эй, Риз, ты в порядке? Что это было? Знаю, это прозвучит странно, но я видел красавчика Джека. Что ты имеешь в виду? Красавчик Джек, он стоял рядом. Так, ладно, ты нехило ушиб голову. Давай просто тебя поднимем вот так. Главное, не нервничай, а то будет только хуже. О, должно быть, у меня глюки. Я вижу звезды, падающие. Звезды. На орбитальный обстрел. Орбитальный обстрел? Что? Серьезно? Нам нужно валить отсюда. Крущик, здорово. Выходит, теперь я тебе нужен. Ладно, я понял. Зеваю. Скорее, нам нужно вылететь, валить. Мы свалили. Правильно? Получено достижение Deal with a Ghost. Deal. Почему киприонцы пытаются нас убить? Ты ведь на них работаешь. Да я попрошу у них книгу жалоб, когда вернусь, но для этого нам нужно выжить сейчас. Подготовка, впрыска. Мы потратили все. Да. Сейчас я немножко пропустила, извиняюсь, промотайте назад, сами прочитайте, прям быстро прошли. По меньшей мере пару минут. Позволь мне сесть за руль. Что? Зачем? Назови хоть одну вескую причину. И поверь мне, я умею водить. Но я вожу лучше. Не-не-не, он правда, у него есть эхоглаз, он правда может увидеть траекторию полета ракет. Дай мне сесть за руль, если хочешь выжить. А что потом? Поедем в острую лощину. Там они не смогут нас найти. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Okay. Подготовка впрыска. Значит, нам нужно выжить, пока ускорение не восстановится полностью, а затем использовать его, ясно? Да, я понял. И черта не понял. Черт, а они откуда взялись? Не круто. Я ни черта не вижу. Никогда бы не подумал, что это скажу, но Фиона, помоги. Фиона! Эй,
Осторожно. Вот это перелет. Это просто перелетная птица получается. Моя рука. У меня идет кровь. Да как долго? О, мамочки. Улей раков. Кошмар дерматолога. Улей раков. Это совсем не круто. Ненавижу свою жизнь. Рис. А? Ну нам хана. Не-не-не-не-не. Саша, помоги Рису, я прикрою тыл. Плохо. Ну же, отцепись от меня. Получи же по заслугам. Эй, мне бы не помешала помощь. Ах ты, уродливая тва. Мне в рот попала кровь, кровь. Он не останавливается. Рис, как успехи? Держитесь. Эй, осторожнее. Ну все, нам хана. Нет, нам не хана. Или хана. Это пока непонятно. Я ведь думала, что не смогу ненавидеть эту тварь еще больше. С этими пушками нам его не остановить. Мы таки нашли пушку побольше. Скорее. Что ты творишь? Ну же. Черт. Воу. Воу. Ого. Саша веселее всех. Музыка, как всегда, лучшая. В борде всегда лучшая музыка, отвечаю. Особенно в обычных бордах. А, ну это у нас начало второго эпизода такое интересное получается. Снова у нас Gearbox Software и 2K Games. Я так понимаю, они же выходили постепенно, но у меня просто уже все есть. Tales from the Borderlands. Поняли, значит мы будем смотреть начальные ролики во всех этих... Как они называются, господи. Главах. Давайте посмотрим и, наверное, закончим после ролика. Сохраненько будет. Да, пошла жара, короче. Ну, это замедление шляпу не потеряет, это самое главное. Она у тебя прям крутая, мне прям понравилась. Так, а сколько вообще глав мы не посмотрели? Может, их там штук 10? Да нет, ну я думаю, где-то глав 5. Может 4 даже. Так, исполнительные продюсеры. Окей. Загрузка. Получено достижение, не могу прочитать. Till death do us, что-то там, оно пропало. Хорошо. Получается, здесь мы закончим.
Здесь произошла сохраненочка сейчас. Правильно, правильно. Спасибо вам, твинчаты, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.